Дорогие братья и сестры, давайте скажем нашему Богу. Будем начинать наше служение. Молодежь приготовила нам программу. И у нас такая интересная тема. Я этот псалом прочитаю, и чтобы на протяжении этого служения, чтобы мы раздумывались над этим псалом. Псалом 45. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце моем». В сердце морей. Пусть шумлят, воздымаются воды их, трусятся горы и волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Вошумлят народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой и растаялась земля. Бог сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Бог сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Здесь в этом псалме мы можем много что взять для себя. И я хочу обратить наше внимание на этот пятый стих. «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего». Здесь говорится об Иерусалиме. И в Иерусалиме было немного потоков земли. И пророки возвещали, что будет река. И когда река идет по этому городу, она обозначает... Я нашел как четыре вещи оно обозначает. Город этот будет, здесь написано, речные потоки веселят град Божий. Почему они веселят? Потому что будет текти вода живая. И Бог говорит, Иисус говорит, иди, кто жаждет, иди ко мне и пей. И когда мы пьем эту воду с этого источника, который течет от Иисуса, то мы будем живы. Мы будем живым народом. И я хочу... И второе, это потому что оно дает картину о мире. Когда течет вода посреди этого города, оно напоминает о мире, что Иерусалим в мире. И еще это... Когда враг нападает, и вода это охраняет этот город. И я хочу, чтобы мы с этого источника, который Бог нам дает, чтобы мы пили из него, чтобы мы были, как это дерево посаженное при потоках вод, и из этого источника мы пили эту воду живую, которую Иисус нам преподаст. И перед началом нашего служения я хочу, чтобы мы все предстали пред нашим Богом, попросили благословения, чтобы наша молодежь, она преподнесла эту хорошую программу. Давайте встанем. Боже наш, Владыка неба и земли, я славлю и величаю Твое имя, Ремендер и Хвалствуюсь, я прошу Тебя, Господь, благословенне Твое имя, я дякую, что Ты собрал на це місце ще раз, прослави Твоє ім'я, я прошу Тебе, Господь, благослови це служіння, наповни силою Святого Духа, Ребдерика, власності. Я прошу Тебе, Господь, щоб наше убежище був Ти, щоб наша сила була на Тебе, Господи Боже мой. Я прошу Тебе, Господь, укрепи наші серця, щоб наші серця вони уповали на Тебе. Я прошу Тебе, Господь, благословити нас. Я прошу Тебе, Господь, благослови цю молодь. Я прошу Тебе, Господь, щоб ця молодь, вона служила Тобі. Я прошу Тебе, Господь, благослови кожне серце. Відкривай нам наші серця, Боже, щоб ми, Боже, пили з того істочника живої води. Я прошу Тебе, Господь, благослови кожного, хто буде проповідувати, хто буде співати, хто розказувати буде стихотворення. Благослови, хто тобі за все буде слава Богу. Отець і Святий Дух. Амінь. Благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне.
будет имя Бога благословенно, отныне и во век, отныне и во век. От восхода солнца и до запада, да будет имя Бога благословенно, отныне и во век, отныне и во век. От восхода солнца и до запада, да будет имя Бога благословенно, отныне и во век, отныне и во век. Слава Ему, слава Царю, Богу нашему, вечно сущему. Будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и во век, отныне и во век. Да будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и во век, отныне и во век. Над народами Господь высок, да будет имя Бога благословенно, отныне и во век, отныне и во век. Над народами Господь высок, да будет имя Бога благословенно, отныне и во век, отныне и во век. Слава Ему, слава Царю, Богу нашему, вечно сущему. Желаю быть с тобой, я жажду слышать голос твой. Ты так нужен мне, тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, что во мне, возьми, Иисус. Поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен мне, поклоняюсь тебе, поклоняюсь.
Слава Богу! Как вы уже слышали, наша тема – это Псалом 45, по-английски будет 46, и Андрей прочитал уже на русском, а я прочитаю на английском. Там разница маленькая есть, но там одно название Бога, которое называется Lord of Hosts – Господь воинств. И я по-английски прочитаю, и буду уже проповедь начинать. С первого стишка здесь написано: God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble as it at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitations of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice, and the earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Come, behold the works of the Lord, how he brought desolations on the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among nations. I will be exalted in the earth. Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Я когда начал, мне сказали, ну, тему этого, что молодежь будет вести, я начал вникать, как этот псалом был создан, какие части в этом псалме есть. И этот псалом, первая часть, это, если считать с первого стишка до третьего, это помощь Бога в любых кризисах. Смотря, если горы сдвинутся, если земля, если воды поднимутся, если горы начнут сдвигаться в середину моря. И потом дальше мы смотрим с четвертой строчки до шестой, что Бог сделал для нас, как Он нас ограждает. Если по-английски смотреть, там некоторые слова мы можем подчеркнуть, написаны «make glad», «ободрить» или «сделать добрым», или «Бог среди нее», Израиля, и Он не будет, и не сдвинется она. Или дальше «Он поможет ей с утренней зари». И такие фразы есть, где Он ободрит. И моя главная смысл, который я веду, это что в любых проблемах, в любых ситуациях Бог там, Он нас поможет, Он ободрит. И с этого я хотел привести пример, это Сидрах, Месах и Авденаго, когда были в печи, и Бог был с ними. И я на эту ситуацию смотрю, это когда вокруг, можно сказать, люди и общество делают одно, но они крепко стоят на своем, что они не будут сдвинутые. Несмотря, если их готовы убить, если все вокруг в одно направление идет, и они крепко стоят. Или мы смотрим, например, Данила во рву. Это когда враг делает засаду на тебя, он делает такие законы, пробует остановить тебя, чтобы ты не смог продолжать молиться, не смог продолжать свое отношение с Богом. Он пробует потихоньку остановить. И Даниил, мы видим, что даже через это он пошел и дальше молился и служил Богу. И его закинули в ров за это, львиный ров. И мы смотрим, что он устоял даже в этих проблемах, даже в этих ситуациях. Он до конца продержался, потому что он уповал на Бога. И как мы видим, Сидрах, Месах и Авденаго, они тоже уповали на Бога. И последний пример, это будет, когда Петр ходил по воде.
Это когда он увидел Христа, он сказал, если ты скажешь мне, дай мне прийти к тебе. И он начал свои шаги. И этот пример очень мне близко лежит, потому что это как мы в христианстве, когда начинаем наши первые шаги, мы сосредоточены на Христе, мы готовы идти, шторм шумит, волны поднимаются, но мы готовы прорваться вперед. Но иногда бывают такие моменты, где мы смотрим в сторону, когда шторм поднимается, когда ветер такой сильный, и волны поднимаются, и мы устрашились, и мы падаем вниз. И в этот момент мы взываем к Нему, спаси меня. И интересная фраза, которая, не фраза, а там написано, immediately, в тот час Иисус протянул свою руку и спас его, слава Богу. Это у нас в такой жизни бывают такие разные ситуации, или когда мы падаем, Христос готов нас поднять. Если мы прорываемся вперед, общество идет в одну сторону, и мы напротив, и стоим на своем, и у нас бывают проблемы и трудности. И как Даниил, если враг, он хочет просто остановить тебя, просто ненавидит тебя, такие маленькие засады оставляет и пробует все сделать, чтобы ты не смог двигаться с Богом, или чтобы тебя полностью с пути этого снять. И у меня лично в жизни был момент, это было в прошлом году, когда разные ситуации и в семейном, и в духовном жизни, просто борьба была. И такие ситуации, что давление большое уже на меня собралось, и с каждым месяцем, с каждым днем просто больше и больше. И пробуешь держаться, пробуешь двигаться, утром встаешь, и просто тяжелый вес как будто на душе такой, и просто прорываешься день за днем. И доходит до одного момента, когда уже тяжело идти, тяжело просыпаться, уже такие близких людей рядом, которые ты любишь, вырос с ними, такие ситуации с ними происходят, я не хочу в подробности говорить, но вес на тебя тяжелый ложится. И у меня был один момент, почему этот псалом очень близко лежит к сердцу, что он прибежище, скорая помощь в беде, и он сила. Был один момент, когда уже назад домой я ехал, и просто весь этот вес так давил, что я уже кричал и взывал к Богу. И пришел в свое место, где никто меня не видит, никто не слышит, где я могу побыть наедине с Богом. И пал на колени. Это в этом месте просто холодно и так мокро, и просто никому не хочется быть, но это было мое личное место, где я могу на колени упасть и все рассказать Богу, выложить всю душу свою. И в этом моменте, когда я упал на колени, я просто воззвал Богу. Я тут свидетельство говорил уже раньше, но я хочу, чтобы прославить Бога в правильном смысле, чтобы всем рассказать, как в церкви, как семьи. И я упал на колени и воззвал Богу, потому что у меня просто состояние, что я тащу за собой какой-то якорь или груз, просто скажем в нем. И когда я воззвал Богу, Божье присутствие так наполнило то место, все вокруг стало тепло, радостно, вес этот просто слетел с меня, и улыбка появилась на лице, и просто на устах я песню пел, когда я выходил с того места. И этот псалом, что он помощь наша. Я хочу прославить Бога, воздать Ему хвалу. Если у кого-то проблемы, здесь брат один в прошлое воскресенье вечером говорил проповедь насчет Иосафата. И я дальше прочитывал эту главу, 20, 12 стиха. В конце его молитвы у него были такие слова: «Я не знаю, что делать, но мои глаза, мои очи на тебя». Или по-английски «My eyes are on you». Хоть шторм грумит, хоть огонь горит, но мы сосредоточены на него, наши глаза на него, мы прорываемся вперед, как больно, трудно бы не было. Мы, когда приходим, мы падаем на колени к Нему, и опять Он нас этим огнем зажигает, и мы готовы вперед с песнью на душе прорваться с этим огнем, гореть дальше. Я хочу прославить Бога, если у кого-то есть ситуации такие трудные, придите к Христу, падайте к Нему на коленях, воззовите к Нему, и Он даст вам силы, Он ободрит вас, чтобы дальше вперед идти. Из-за этого прославим Бога и в этой молитве. Слава Ему за все. Аминь. Thank you.
Кино сцена ты величие твоей силой, Господи. Кто мы не был в проблемах рабрата, щернора, фарме, рещи, рисы. Мы славим тебя, Иисус, рандвещи, 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 рандвещи. Поднимай на рамы рандвещи, чтобы прорывались рандвещи, рандвещи. Чтоб враг нас не сдержал, не все рандвещи, рандвещи, рандвещи. Слава, слава, рандвещи, 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 рандвещи. Наслажки нас, рамадарести, вперед, рамадарещи, рыбы, чтоб ты освободил каждого, Господи, друзья, можешь держать, рамадарещи, рыбы, поднять нас, как молодежь, как народ, рыбы, как церковь Божья, рамарафа, рамадарещи, рыбы, слава, рамадарещи, рыбы, мы славим тебя, Иисус, рамадарещи, рыбы, как одно, рамарафа, рамадарещи, рыбы, ащи, рыбы, мы славим, рамадарфа, рамадарещи, рыбы, слава, рамадарещи, рыбы, рамадарещи, рамадарещи, рыбы. Господи, мы славим Тебя, Господи, за возможность прийти на это место, Господи. Я прошу за нашу молодежь, Господи, если кто в проблемы, Господи, ободри их, помоги, освободи, Господи, чтобы они смогли прорваться вперед. Мы от Тебя, мы набираемся силы, Господи, от Тебя, Господи, мы сможем продвинуться, Господи, через любую стену, любую засаду, Господи, мы сможем продвигаться вперед. Ободри нашу молодежь, дай им силы, Господи, прорываться вперед, прославлять Твое имя, чтобы слова через этих песен прорвались. Из этих слов, Господи, они освобождали, Господи, давали силы, Господи, ободри их, Господи, этим огнем, чтобы мы дальше прорывались, Господи, прославляли Твое имя во все, что мы бы не делали, Господи, и эту церковь, Господи, чтобы каждый слушающий Твое слово, Господи, она исцеляла, ободряла, Господи, слава Тебе за все, аминь. Богу. Слава Богу, братья и сестры. Мы очень рады быть здесь и служить вам. Пусть все эти песни и слова, пусть Дух Святой говорит к всем вам. И пусть это будет для славы Божьей. Nowhere else would be.
oceans roar, you are the Lord of all, the one who calms the wind and waves and makes my heart be still. Move into the sea, the nations rage, I know my God is in control. Рядом быть с Иисусом.
встану, вновь пойду, с ним я дело совершу, только с ним хочу идти я. Тот небесный край любви, светлый, ясный впереди, петь хочу вовек с Богом. Я по милости живу, с благодатью я приду, назовешь меня дочерью. Он за грех твой кровь
невинную пролил. Если счастье встретил ты, если сбылись все мечты, если радостью наполнился твой дом, перед Господом склонись, на колени молись, это Он благословил тебя во всем. Перед Господом склонись, на колени Цветом, что просто
брошен и забыт, ты взял вину вместо меня. Я рад здесь быть, и я рад всех здесь видеть вас. Как тема нашего служения «Бог с нами», я тоже хотел об этом немножко поговорить. Взять несколько мест из Писания и о нем помышлять. Первое место, где я хотел читать, будет в Исаии, 41 глава, 10 стих. Тут так говорит: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Бог, Он всегда с нами, куда бы мы ни пошли. Он всегда рядом с нами, и Он идет, всегда будет идти с нами. Нам не надо бояться, Он здесь говорит, не бояться то, что в мире, то, что будет впереди, потому что Он будет рядом идти с нами. Но мы должны доверять Его слова, потому что Он имеет путь для каждого из нас. И иногда приходят трудные времена, но нам надо напоминать, но Бог здесь напоминает нам, что Он укрепит нас, Он дает нам силы, чтобы мы могли идти дальше. И вы знаете, что дьяволу, ему не нравится, когда мы близок к Богу, когда мы имеем это отношение с Богом, когда мы говорим к Нему, и Он говорит назад. Ему это не нравится, потому что Его работа – это украсть, убить и погубить наши сердца и наши души. И Он это делает, Он отделяет нас от Бога, Он отделяет нас, чтобы мы вошли в греховный мир. И поэтому и дьявол, он это делает, он сеет семена в наших сердцах, он сеет семена в наших мыслях, чтобы мы думали, что Бог, Он не сильный, чтобы мы имели страх в наших сердцах, чтобы мы сомневались о силе Божьей. Но когда эта мысль приходит, оно наше решение, как получить этот мысль и как поступать по нем. И давайте откроем Иоанна, 10 глава, 27 стих. Тут говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Иногда, когда Бог говорит нам, мы, может, не знаем, что это Божий голос. И иногда, когда дьявол искушает нас, мы можем путать их голоса, потому что дьявол, он знает, как прийти до каждого, он знает, что наша плоть желает, он знает, как искушать каждого из нас. И Бог, очень иногда трудно знать Его голос, потому что Бог, Он говорит нам то, что наша плоть не хочет делать. Он хочет то, что доброе на нас, но нам надо слушать голос Божий. И я хотел взять маленький пример, простой пример, как дьявол искушает человека. И давайте скажем, есть два человека, один христиан, а другой, может, не ходит в церковь и не читает Слово Божие. Дьявол, он подходит, давайте, до христиане, и он говорит ему: «Иди укради этого из магазина». Но христиан, он знает то, что Библия говорит, нельзя украсть, и это один из Божьих заповедей, то он не делает и не поступает по этому мысли. Но если тот, кто не читает Слово Божие, как ему должно знать, если это идет против закон Божий, если он не читает Слово Божие? Поэтому так важно читать Слово Божие и
В Евреям 4 глава 12 стих говорит так. Ой, 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острое всякого меча обоострового. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие, тут говорит, что Слово Божие, оно судит наши помышления и намерения наши сердца. Поэтому нам нужно читать Слово Божие, чтобы узнать, когда Бог говорит нам или когда дьявол искушает нас. И Библия, но в нем находятся многие уроки, многие места из Писания, как другие мужи Божьи поступали, и как они правильно поступали, и как они неправильно поступали. И мы должны взять из этих историй, из этих заповедей и примирить его в нашей жизни. Давайте откроем Луки, 10 глава, 30 стих и до 35. Луки. Тут говорит так. «На это и сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, который снял с него одежду, изранил его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился, и перевзял его, ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницу и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе». Из этот один отрывок Библии, этот один место из Писания, мы можем много взять. И что мы получаем из этого места? Мы получаем, как нам поступать с ближними нашими. И в 27 стихе Иисус говорит: «Поступайте с ближними так, как ты бы хотел поступали с тобою». И Библия, она наполнена с такими местами, которые помогают нам идти нашим путем и как нам поступать. И также я хотел открыть Иеремия 29 главе 11 стих. Иеремия. Там, я чуть-чуть по своим словам говорит, там говорит, что Бог только хочет добрые намерения для нас. И Бог, Он хочет только что лучшее для нас. Он хочет, чтобы мы шли по Его путям, потому что Он хочет, чтобы мы достигли Его. Бог, Он знает, что лучше для нас. И иногда нам кажется, что Его путь неправильный для нас. Иногда кажется, что Его путь тяжелый, и оно будет тяжелым, но мы должны доверять Ему. И когда мы поставим наше полностью упование в Его, Он доведет нас до Его, до Царства Небесного. И последние два места, где я хочу читать, будет Иисуса Навина,
1 глава, 9 стих говорит так: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Бог, Он всегда с нами, куда бы мы ни пошли, через наши бури, через огонь, через наши проблемы, Он всегда будет с нами. Но нам надо уповать, поставить наше полностью упование. И когда мы поставим наше полностью упование, никто не может стать против нас. И никто не может разлучить нас от Его любви. Мне нравится, как Павел говорит в Римлянам, 8 главе, 38 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот настолько так Бог любит каждого из нас, вот настолько Он любит всех людей в мире. Пусть Его имя будет прославлено. Аминь. Eagle's wings bear you on.
Богу. Thank you.
ждут меня они, сам Спаситель у двери, дом родной зовет, приди. Сила Божия у тебя, научи нас жить любя. Общепение, а затем будет заключительная проповедь. Но перед тем, мы споем общепение, я хочу прочитать пару мест. Первое место будет записано в Римлян, 8 глава, с 31 стиха. Что же сказать не это? Если Бог за нас, то против нас. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Тот лучит нас от любви Божьей, скорби или теснота, или гонения, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас
всякий день считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Я также хочу прочитать, будет написано в Езекииле, 47 глава, 7 стиха. Но как мы только что прочитали в Римлян, здесь описывается, как люди, они были убиты за Слово Божье. И хоть им их испытывали, хоть, как здесь написано, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность или меч? И вопрос такой возникает, откуда у них сила такая? Откуда сила, чтобы выстоять эти трудные минуты и моменты в их жизни? И мы как уже прочитывали в 45-м псалме сегодня, то, что исходит для святого города источник воды. Я хочу прочитать Езекииль, 47 глава, 7 стиха. «И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много было древ по ту и другую сторону, и сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будут весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там». И также 12 стих. «У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякое древо, доставляющее пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». Как сегодня Андрей уже сказал, то, что тот, как Иисус говорил, кто жаждет, придите и пейте. И мы здесь видим, как здесь описывается, как Бог говорит Иезекиилю и говорит то, что эта вода не просто не исходит из какого-то человека, но приходит из святилища. Приходит из самого храма, из святое святых, где выливается и вливается в жизнь, вливается в этот поток, входят. И из этого потока люди имеют жизнь. Не просто люди здесь, но и деревья. Не просто деревья, но и также животные. Все оживляет у него. И как мы прочитываем в 45-м псалме, здесь пишется так. «Бог нам прибежище и сила, скорая помощь них в бедах. Посему не убоимся, хотя бы и поколебала земля, и горы двинулись в сердце моря». Мы здесь видим то, что здесь говорит «Бог нам прибежище и сила». Здесь написано то, что Он не будет наше прибежище или была прибежище, но она есть прибежище. То, что в Его святое святые, когда мы входим в потоки воды живой, у нас есть та жизнь. И тут мы не, да хоть если вокруг нас мир крушится, мы не убоимся. Или, может, мы убоимся, но у нас есть вера, то, что в Боге есть та сила. Он не тот треугольный камень, на который сможем и построить. Недавно на работе у нас был ветер сильный. И такой ветер и шел, что, я правду скажу, я чуть пугался. Там деревья, они так шумят, они. И как только на ланч идем, сажусь в машину, и как хорошо и спокойно. Как хорошо то, что, да, на улице идет такой ветер, который иногда пугает меня, а зато в машине... В машине есть тот покой. То, что даже если что-то упадет на машину, слава Богу, я буду в безопасности. Так и мы можем укрываться в Боге. Хоть и тот и ветер идет, и шторм бушует, но когда мы выходим в присутствие Бога и в Его храм, у нас есть покой. И сейчас у нас будет общее пение, а потом будет заключительное слово.
день. Я желаю всегда быть с тобой. Ты, Господь, мой любимый учитель, упование мое и покой. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. Очищение душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Все борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. И когда в этой жизни унылой от борьбы становится душа, подойди же ко мне, мой Спаситель, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. Василис, ты во мне, мой Спаситель, и даруй чувствование твои, чтобы верным я был твой служитель. О, приди же ко мне и живи. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. Слава Богу, брати і сестри, я сьогодні не по темі. Я не знав, що я буду говорити, але так як брат Віктор сьогодні в госпіталі, в Сіетлі, він попросив, щоб я сказав слово, і я прошу також вас моліться, хай Бог благословить це слово, щоб воно приносило пользу перше для мене, а потім для слушаючих. Проспівали такий псалом: «Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути, без пастыря-хранителя я не смогу дойти». Амінь. Такі є слова, брати і сестри. На самом деле, це время трудно на пути. Без нашого Господа, без сили Святого Духа, ми не зможемо дойти до цілі, якої Він приготовив для нас. Молодежь, я радуюся сьогодні вашими проповідями, вашими псалмами. Знаєте, я сьогодні слухав псалми ваші, я сидів, і мені прийшла така думка поширити вас. Якщо ви виходите співати на сцену, вникайте в слова і співайте пісні, які мають смисл. Сьогодні я слухав такі хороші пісні, хай вас Бог благословить, щоб не співали, що попало, а на самом деле, щоб ті пісні, вони приносили життя людям. Щоб в тих піснях був смисл життя християнина. Хай вас Бог благословить. Ви знаєте, брати і сестри, ми живемо в мирі, якому сьогодні панує зло.
в якому дьявол царствує, в якому прибуває сили зла і тьми. І ви знаєте, Ісус проходив ті ж самі іскушення, які сьогодні ми проходимо. Ісус, живучи на цій землі, Він проходив ті ж самі іспитання, які сьогодні проходимо ми. Молодьож, якщо ви проходите іспитання, знайте, що Ісус уже їх пройшов. Ісус уже був там. Ісус уже проходив болі. Ісус проходив трудності. І я сьогодні хочу про ці трудності, про ці болі поговорити. Вчора брат Віктор обращався до подростків, і він говорив за Ісуса Христа, за іскушення, які Він проходив в пустині. І одне із них я сьогодні хочу повторити, коли дьявол його поставив і показав, каже, в мгновенні времені все царство. Брати і сестри, дорога молодь, я думаю, що тіє царства, вони були прекрасні. Що ми сьогодні бачимо в мірі? Дворці. Сьогодні бачимо багатство. Сьогодні бачимо ми все. І я вам скажу, що для Ісуса красота була. Він дивився, Він бачив прелісті міра. Він бачив красоту. Він бачив все. Він бачив блискуче золото. Він бачив всі дворці. Він бачив царства. Сьогодні ми бачимо Дубай. Хто бачив Дубай на інтернеті? Вам подобається? Картинки. Ви знаєте, Ісус показав і такі є. Дьявол показав Ісусу і такі є прелісті. Він показав йому все саме лучше. Каже, ну при одному услові я отдам тобі їх. Якщо ти поклонишся мені. Я не думаю, що так легко було, дивлячись на це все, Ісусу дивитися. Він теж був людина. Він прийняв образ чоловіка. В його теж жила людська натура. І він дивився на це все. І каже, я дам тобі при одному слові, якщо ти поклонишся мені. Брати мої сестри. Але Ісус, знаючи Слово Боже, Ісус знав, що те, що дьявол йому показував, то було похоть плоті, похоть очей і гордость житейська. Сестри, браття, коли ми сьогодні дивимося, наша похоть плоті, так нам хочеться щось іноді взяти. Так хочеться нам сказати, як це прекрасно, як мені того хочеться. Але Ісус знав, що воно пройде. Ісус знав, що воно все згорить. Але Ісус знав, що якщо Він буде поклонятися своєму Отцю, Він буде вічно перебувати з ним і царствувати. Це набагато більше. Це набагато більше, ніж прелісті цього міра. Це набагато більше, ніж царство цього міра. Це набагато більше, ніж Дубай. Це набагато більше, ніж сама дорога машина. Це ні з чим не можна сравнити. Те, що Ісус приготовив для мене і тебе. Ви знаєте, сьогодні мир всій украшений рекламами. І ми бачимо реклами. В аеропортах ми бачимо реклами. Їдемо по дорозі, ми бачимо на білбордах реклами. Ми відкриваємо комп'ютера, ми везде бачимо реклами. І мир рекламує нам всі свої прелісті. І ви знаєте, одного разу, я так же, як і ви, молодьож, відкрив комп'ютера і побачив рекламу. Там показували одну штуку, якою можна гострити цеп на чейнса. І я побачив, така легка, так класно, вона працює, хорошо. За 2 хвилини можна нагострити цепа. І я клюнув. І ви знаєте, я купив цю штуку. І перший раз, як я приставив, я її поламав. І я поняв, воно не працює так, як воно показують на комп'ютері. А я ще купив пару штук, бо ж думаю, вдруг, щоб надовше було. І ви розумієте, вона поламалася. Отак сьогодні дьявол нам предлагає вещі. Він обкрасить, він предоставляє нам в самій лучшій формі. Друге, моя жінка на інтернеті купляє часом мені одежу. Або десь. І ви знаєте, купляє розмір моїх штанів.
А я накладаю, а вони повністю обтягнуті, і я їх натягнути не можу. І я сам собі думаю, да, вони показують на таких людях, які ноги підходять. Мої ноги, ну, чуть більші, ніж в тих людей. І ви розумієте, я наклав їх, я дивлюся, ну, як на голубому, в обтяжку. І некрасиво, не приличить мені в тих штанях прийти в церкву. Браття перші мене посадять. І ви знаєте, я розсуждав не раз над цим. Сьогодні є реклами. І ви знаєте, так само і сестри, я думаю, ви так само іспитували. Сфотографірують одежу, накладуть її на жінку, а вона приходить, а вона як мішок на вас. Або наоборот не можете натягти. Ви розумієте, диявол нам представляє сьогодні все саме лучше. А ти візьми, попробуй. Сьогодні диявол представляє п'янство, каже, ти будеш мати удовольствие. Попробуй, ти забудеш за всі проблеми. І людина, яка не має Ісуса Христа, або яка далеко від Ісуса Христа, вона думає, я попробую, а вдруг? І ви знаєте, вона пробує. Але послідствия дуже печальні. Вона попробувала раз. Але буває набагато год, вона відходить від Господа Ісуса Христа. Вона мучиться. Знаєте, Ісус прийшов для того, щоб нас омити. Щоб нам дати життя. Ісус прийшов для того, щоб нас примирити з Богом. Ісус прийшов для того, щоб дати нам радость, утішення в Духі Святому. Не в рекламах, не в мірі цьому, не в п'янстві, не в наркотиках, а в Духі Святому дав нам радость. Алілуя йому. Брати і сестри, приходиться бесідувати з молодежю, приходиться бесідувати з подростками. І я об'ясняю їм, що диявол нічого за нас не заплатив. Він нічого за нас не заплатив. Бог віддав нам саме дороге. Цього Сина свого Ісуса Христа. Бог за нас віддав. Він віддав все, що в Його було. Сина свого Ісуса Христа. Що нам дав диявол? Що нам дав диявол? Дав нам болі. Дав нам скорбі. Дав нам переживання, дав нам проблеми і дав нам розваляне все. Оце, що нам дав диявол. І ви знаєте, іноді дивися, вроді чоловік порядочний, а пішов і валяється в тому болоті. Пішов і валяється в тому болоті. Чого ти туди пішов? Похоть плоті, дорога молодіж, похоть очей, то все, що нас веде туди, в ту грязь. Ви знаєте, я не буду проповідувати, в мене велика тема, я на другий раз переложу. Я хочу обратитися до вас по другій темі чуть-чуть. Ви знаєте, що Ахав, я зачитаю це місце, це буде Ісуса Навіна. Ісуса Навіна, 7 глава, із 21 стиха, де написано так. «Між добичею увидел я одну прекрасную сенаарскую одежду, и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Ну, прочитаємо перед цим. Ізраїльський народ, він потерпів пораження на війні. І там Господь сказав, щоб ніхто нічого не брав, бо воно закляте все є. Його брати не можна. Але Ахав приходить і каже, я побачив його. Що саме перше ми бачимо? Очі наші, вони є двері в наше серце. Очі наші, це є двері в наше серце. І він каже, я його побачив. І воно мені полюбилось. Полюбилося воно мені. І коли воно полюбилося, коли його серце приліпилося до цього слитка золота, до серебра, до одежі, він забув за те, що сказав Бог, що воно є закляте. Каже, воно мені полюбилося. І я взяв його. Браті і сестри,
Ви знаєте, диявол сьогодні каже, візьми це, нічого страшного. До Єви каже, вкуси, візьми цей плод, він є нормальний. Христос сказав, що умрете. Ні, не умрете. Ви станете як боги. Що сталося? Прийшла духовна смерть. Брати, сестри, прийшла тілесна смерть і духовна смерть для цього чоловіка. І знаєте, які послідства із запрещеного то, що він взяв? Давайте я вам прочитаю. Останній стих. І набросали на нього большую груду камней. Последствия. Большая груда камней. Дорога церква, Ісуса Христа, те, що нам нравиться, то не означає, що воно мені можна. Те, що мені нравиться, то не означає, що я можу взяти і пользуватися їм. Те, що мені нравиться, то не означає, що воно принесе мені пользу у моєму житті. У нас є Слово Боже. І Ісус сказав, написано, Богу поклоняйся і Йому одному служи. Якщо наше серце, воно не буде наповнене Словом Божим, ми будемо брати те, що не може. Слово Боже, це є наш компас, який указує нам на вещі, що ми можемо робити, а що ми не можемо робити. Брати мої сестри, написано, що дух противиться плоті, а плоть противиться духу. Але хто ж побіждає? Хто ж коли побіждає? Хто над ким має побіду? І ми дуже легко можемо приділити. Якщо ти будеш годувати плоть або я більше, чим дух, то плоть буде побіждати. Якщо ти будеш годувати свій дух більше, чим плоть, то дух буде побіждати. Дорога молодь, я сьогодні хочу, щоб ви заключили договір з вашими очами. Заключили договір з вашими очами. Іов каже, 31 глава, 1 стих, заключив я, що? Завет. Заключив я договор з моїми очами, щоб, що робить? Не помішлять о дівці. Дивіться, другий перевод, що каже. Заключив, договор заключив з моїми глазами, щоб мені не заглядувати на дівушек. Договор я заключив. Мене один молодий хлопець прийшов і питає, Роман, як ти розумієш це місце? Каже, от я їду на машині, і я дивлюся, йде прекрасна дівчинка. Вона, каже, правда, не по-християнськи вдіта. І я ж, каже, не можу не подивитися, бо моє мировоззрення, воно замітило її. А я кажу, якщо ти вже оглянувся другий раз і ще її побачить, отам договор уже розорваний з твоїми глазами. Якщо ти побачив, ми не застраховані, що ми не бачимо перед собою людей. Так, ми бачимо. Але якщо я побачив і оглядаюся назад, щоб ще провірити, чи вона правильно вдіта, хлопці, ваш договір з вашими глазами вже порвався. І дівчата так само. Не давайте дьяволу, щоб він через очі ваші розорвав договор з Господом. Щоб диявол не розорвав вашу любов до Господа. Ви знаєте, написано Філіппійцям, 3 глава, 7-8 стих. Апостол Павло каже, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почув засор». Апостол Павло каже, те, над чим я трудився, те, що було дорого для мене, те, що, може, я годами його шукав, і я приобретав. Каже, ну коли я вкусив, як була Господь, для мене все те стало ніщо. Воно стало для мене мусор, гарбіч. Дорога молодь,
Я хотів би, щоб сьогодні ви стремилися до того, щоб вкусити, як благ Господь. Ви знаєте, я читав місце священного писання про учеників, які зійшли на гору з Ісусом. І там Ісус преобразився. І ученики спали, але коли вони проснулися, вони побачили Мойсея, Іллю і Ісуса, який преобразився перед ними. Написано, що вид лиця його змінився, одежди сіяючі були. І Петро каже потім: Ісус, добре нам будь тут. Давай, каже, построїмо три кущі. Одну Ісусу, одну Мойсею, одну Іллі. Петро даже не думав, а де же я буду жити? А де же ще двоє учеників буду жити? Ви розумієте, коли ми приходимо в присутствие сили Духа Святого, нам добре там будь. І ми хочемо як довше там побуть. Хто із вас хрещений Духом Святим? Ви пам'ятаєте, як вас хрестив Бог Духом Святим? Пам'ятаєте той момент? Вам хотілося довше побути в тому присутствии сили Духа Святого. Ви не хотіли останавливатися. Ми були на подростковому кемпі. І Господь хрестив Духом Святим наших дітей. Я удивлявся, 4 часа молитва йде, а їх не можна підняти з колін. От там Христос преобразився в їхніх серцях. Молодь, хай сьогодні Христос преобразиться в твоєму серці. Алілуя. Найди сьогодні удовольствие в служенні Господу. Постав сьогодні Господа на перше місце. І те, що може сьогодні ти до цього часу считав, що воно щось таке є багате, воно є щось таке важне в твоєму житті, ти скажеш: слухай, та це ж нічого по сравненню з тим, що я внутрі переживаю. Ви знаєте, дьявола сьогодні робота, щоб забрати Ісуса із твого центру внимання. Через то сьогодні так багато є всяких реклам міра цього. Дьявол предлагає: возьмите, возьмите. І часто ми, не бодствуючи, ведемося на цю уловку дьявола. Але, дорога церква, потім послідствия дуже тяжкі. І не тільки для вас. Для ваших батьків, для вашої сім'ї, для вас самих. Одного разу прийшов до мене один молодий хлопець. Я його попросив, чи я можу це розказувати, він сказав: говори. Це було довго років назад. Він каже: Роман, я спати не можу. Роман каже: я їсти не можу. Каже: я робити не можу. Мене все з-под ног валиться. Я кажу: слухай, нічого мені не розказуй. Я не хочу знати, що ти наробив. Сьогодні молитвини в діда Рачука. Поїдь туди до діда, поговори. Поїдь, помолися, побесідуй. І він поїхав. Приїжджає на другий день, ми зустрічаємося, радосний, каже: Роман, за цілий год я сьогодні перший раз нормально поспав. Ви бачите, що дьявол нам приносить? Забирає сон, забирає мир, забирає все. І людина мучиться. Христос прийшов для того, щоб зіскати і спасти погибше. Для того, щоб дати мир. Дорога молодь, в такий свій час був Закхей, який знав, що якийсь Ісус ходить, про Його багато говорять. А в Його желанні є. Подивіться, хто ж то такий чоловік? Заходить, залазить на дерево, Христос приходить. І каже: Закхей, приходь. Я хочу прийти до тебе в хату. Я хочу мати общення з тобою. І я хочу мати бесіду з тобою. Злазь, Закхей. Злазить. Прийшло спасіння. Дорога душа. Дорога молодь. Може, в тебе сьогодні таке велике желання побачити того Ісуса? Може, ти чуєш, що Він зайшов у дом одного? Може, ти чуєш, що Він прийшов в дом другого? Може, ти чуєш, що він зайшов у Пашин дом? І я вірю, він це зробив.
І він є свідетель того, що він прийшов у його дом. А ти мучишся сьогодні. І ти, може, плачеш у кімнаті і кажеш: Господь, а коли ж ти прийдеш до мене? Коли ти зайдеш до мене в дім? Ти мучишся в душі твоєї. Нема сну, нема доброго апетиту. Ти мучишся, тому що гріх закрив твої очі. Каже, ібо гріхи ваші зробили розділення між мною і вами. Дорога молодь, сьогодні не стидно каятися. Сьогодні не стидно бігти до Ісуса. Сьогодні стидно грішити. Сьогодні Він жде тебе. Сьогодні Він чекає тебе. Він каже, якщо я ще не зайшов в твій дом, я сьогодні хочу це зробити. Я сьогодні хочу зайти. Я сьогодні хочу дати тобі мир. Я сьогодні хочу дати тобі спокій. Я сьогодні хочу дати тобі мир з моїм Отцем. Я хочу, щоб Дух Святий тебе наповнив. Дорога церков, давайте ми встанемо для молитви. Хай Господь зробить свою роботу. Якщо є такі душі, які сьогодні стомилися, вас чекає сьогодні Господь. Він жде вас. Давайте встанемо, молимося. А хто бажає, хто має це бажання мати зустріч з Богом, біжить до Нього. Алілуя! Ременеча до Рібердес! Скеременеча до Дух Святий! Ти чудний Бог мій! Алілуя! Ти чудний Бог! Розорвай всякі твердині дьявола! Амачу! Ременеча до Дух Святий! Ти сьогодні прийшов примирити чоловіка з Богом. Або черемене чаду ремернес. Скеремене щаду Дух Святий, Господи. Ти прийшов дати мир, алілуя, в серце. Ти прийшов дати спокій. Ти прийшов дати свободу, алілуя. Або Отче, ремене чаду Дух Святий. Я прошу, стукай в серця, яких, може, сьогодні дьявол зв'язав, які не мають спокою, які не мають миру, які мають болі, примирення, хай прийде в їхні серця. Я во ім'я Твоє прошу, ременечаду, ремернеска, ременечаду, Господи, хай прийде сила Твоя, хай прийде наповнення від Голгофи, від Тебе, ременечаду, ремернеска. Скеребенеща до Дух Святий, я умоляю лице Твоє, Господи, якщо є загублі душі, якщо хтось стомився, Ти прийшов примирить, Ти прийшов дав мир, алілуя, во ім'я Твоє прошу. Ременеча до Рібердес, скеребенеща до Дух Святий, роби свою роботу серед нашої молодежі, піднімай, Господь, праведників, піднімай стовпи сьогодні, роби їх твердими, роби їх непоколебимими, роби їх, Господи, стальними для царства Твого, для слави Твоєї, во ім'я Твоє прошу. Ременеча до Рібердес, скеребенеща до Дух Святий, Господь, я умоляю лице Твоє, зроби свою роботу, підніми їх на висоту, Господь, наповні їхні серця миром, наповні їхні серця радостю, зроби крепкими в Тобі через Ісуса Христа, нашого Спасителя, во ім'я Твоє прошу, ременеча до Рібердес, скеременеща до Дух Святий, о Господь, я взиваю до Тебе, я кличу Тебе, я призиваю ім'я Твоє, ременеча до Дух Святий, осіни силою Твоєю, осіни, Господь, благодаттю Твоєю, щоб вони були здібні слухати Слово Твоє, щоб вони були здібні, Господь, прибігати до Тебе, мати дерзновення в серцях своїх, мати силу для побіди з гріхом, Господи, щоб і гріх не властвував в їхньому тілі, Господь, але вони були побідоносцями, вони були, Господь, тими, які пронесли б знам'я імені Христового, а во Отче, ременеча до Дух Святий, Господи, я призиваю ім'я Твоє, Господь. Дорога молодь, я робив це на подростковій конференції. Я хочу зробити сьогодні. Може, є з вас тіє, які хочуть отдати своє серце для Ісуса Христа.
Може, ти сьогодні хочеш зробити рішення іти за Господом. Може, ти сьогодні хочеш, щоб і Господь господствував в твоєму серці. Пройди наперед. А браття будуть молитися за вас, щоб Господь дав вам сили. Іти і служити йому з чистим серцем. Молимося, молимося. Якщо у вас є таке желання, можете зробити сьогодні цей шаг віри. Кремене чадо Рибернес. Кремене чадо Дух Святий. А вон черемене чадо Рибернес. Кремене чадо Дух Святий. А вон черемене чадо Рибернес. Кремене чадо. Я взиваю до тебе, Господь. Алілуя, ремене чадо Рибернес. Скеремене чадо Дух Святий, о, милосердний Господь, ми взиваємо ім'я Твоє, кремене чадо Дух Святий, ми призиваємо Тебе, Господь, займи місце в цих серцях, алілуя, во ім'я Твоє просимо, ремене чадо Рибернес, скеремене чадо Дух Святий, зови сьогодні для спасіння. Спаситель мій, Бог мій, ремене чаду Рибернес, ремене чаду, Господи, стукай, Господь, я во ім'я Твоє прошу, призивай сьогодні, або очі, ремене чаду Рибернес, ремене чаду Дух Святий, во ім'я Твоє прошу, о, ремене чаду Рибернес, ремене чаду, Господь, зви до спасіння, або очі, ремене чаду Дух Святий, кремене чадо Рибернес, скеремене чадо Дух Святий, або черемене чадо, Господи, призводь роботу в серцях тих, які, може, Господи, ще вдалеко від Тебе, алілуя, ремене чадо, стукай до сердець, або черемене чадо Рибернес, скеремене чадо Дух Святий, або черемене чадо Дух Святий, алілуя, або оче, ремене чадо Рибернес, скеремене чадо, Господь, Ти Бог, який призиваєш, прийдіть до мене, або оче, ремене чадо Дух Святий, ремене чадо Дух Святий, або оче, кремене чадо Рибернес, скеремене чадо Дух Святий, Господь, клич на спасіння, зови, Господь, ті, які, Господи, стомилися, і які, Господи, знаходяться в неправильному стані перед лицем Твоїм, во ім'я Твоє просимо, ремене чадо Рибернес, скеремене чадо Дух Святий, молодь, хто хоче, Господь кличе. Господь кличе, церква молиться. А во очі, ремене чадо Дух Святий. Алілуя, ремене чадо Рибернес. Скеремене чадо Дух Святий, Господь. Клич до спасіння. Клич до спасіння, Господь. Во ім'я Твоє просимо. Ремене чадо Дух Святий. Господи, Ти добрий до нас. Ти віддав саме дороге. Ти віддав Сина Твого, Господи, за нас грішних, які, Господи, пропадали в цьому мирі гріха й зла. Но Ти найшов нас, алілуя. Ти витяг того з нас, того рва погибелі. Ти поставив наші ноги на тверду почву. Тому дай нам сили іти твердо, Господь, по той дорозі, на яку Ти нас вибрав. Во ім'я Твоє прошу. Господи, Ти бачиш цю душу, яка сьогодні стоїть перед лицем Твоїм, яка віддала своє життя. Ісус, я во ім'я Твоє прошу. Дай, Господь, йому сили. Ремене чадо Дух Святий, іти твердо за Тобою. Жить побідоносною життю, Господи, жить так, щоб і Господь, люди бачили, що Ти є з нами. Во ім'я Твоє прошу, благослови нашу молодь, благослови, Господь, зроби їх твердими, зроби їх непоколібимими, зроби їх стовпами праведників, Господь, щоб вони, Господь, йшли і сповіщали істину правди Твоєї. Це є велике моє бажання, щоб ні один із їх
не опинився в цепах дьявола, тому що ти прийшов для того, щоб освобождати, щоб випускати, щоб давати мир, щоб давати свободу. Для того ти прийшов, Господь. Слава тобі, алілуя тобі. Прийми ти подяку, Господь, за це служіння з уст наших, наш милосердний цар і Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. Хліб наш насущний подавай нам на кожний день і прости нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Нас будет в эту пятницу, 4 ноября, будет пост и молитва за нашу молодежь. Молодежь будет поститься и молиться. Если кто хочет, присоединяйтесь. Будет пост и молитва за освящение, за очищение молодежи. Будет нас кемп. Я хочу, чтобы все поддержали нас в молитве, в этом посте. Поддержите нашу молодежь. Поможет вам Господь в посте, в молитве продолжать служить Господу. У нас еще есть некоторые просьбы. Например, чем просьба, если у нас вечеря Господня будет на следующее воскресенье, у нас Бог доживем, будем участвовать в вечере Господнем, приготовляться к тому, и так и молодежь будет поститься и молиться в пятницу, они же готовятся и ближе к тому вечере Господней. Также еще просьба здесь. Церковь Господа нашего Иисуса Христа, прошу вас помолиться за нашу дочь и двое детей и мужа. Они больные и просят Отец, спасибо за здоровье детей. Также, братья и сестры, просим помолиться за Игоря. Ему завтра будут делать операцию. Пусть Бог благословит руки врачей и поможет в быстром выздоровлении. Спасибо большое. Встанем в это время, еще раз поблагодарим нашего Господа и принесем эти нужды перед Ним. Боже наш, мы Тебя благодарим сегодня еще раз, что мы можем находиться, Господь, здесь, с нашими молодыми, которые сегодня прославляли Тебя, которые возвеличали Твое имя. И укрепляй, Господь, Ты каждого из них. Господи, Ты видишь сегодня эту семью, которая больная, и я молю Тебя, зайди, Господь, Ты туда. Также, Господи, Ты видишь, брат Игорь будет проходить эту операцию, мы приносим Тебе, Господь, его перед Тобою. Приносим, Господь, семью Божия Виктора и Наташи Бароки, продолжай, Господь, работать и над ними, и в них, Господи. И теперь, Боже, мы просим Тебя, продолжай Ты вести нас Твоими путями. Мы Тебе, Господи, приносим благодарность, ибо Ты наш Спаситель, и на кого мы уповаем и надеемся. Тебе поклонение от нас, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.